На самом деле, бурное развитие любого города начинается тогда, ну, бурное – это рестораны, бары, гостиницы, туристический бизнес. Возникает тогда, когда в городе появляются шальные бабки. Вот в Котке мы это видели ярко на примере начала 2000-х. Туда устремились деньги логистов, логистические, транспортные деньги. Реально, я помню случаи, когда я зарабатывал 500-700 евро с одной машины. И это только я. Таких в Котке было, наверное, не знаю, человек 300 точно. Вот этот прилив шальных денег позволял Котке бурно развиваться. Город реально расцвел. Сейчас ситуация с логистикой очень грустная, и в Котке, в общем-то, реально все в упадке. Даже вот наш известный бар, Океанский бар, и тот затонул. Но ситуация может сильно измениться в мае, на самом деле этим летом, если все-таки воплотится идея города, превратить город в паромное, туристическое, круизное место в Европе. Если действительно начнут приходить в Котку туристические лайнеры, круизные, паромные, то Котка, конечно, воспрянет. И это к чему я говорю? О том, что вчера я встречался с одними людьми, которые хотят вложиться в какие-то европейские проекты, и мы перебирали эти проекты. И вот как раз туристический проект, развлекательный проект в Котке, он, я думаю, выстрелит. Кто первый оседлает эти шальные, безумные деньги, тот и выиграет.